о вкусной и опасной пище. Откуда берется желание поесть перед сном? Это такое нарушение пищевого поведения, по сути. Чем опасны резкие изменения в рационе? Если энергетическим батончиком будет питаться обыкновенный гражданин, сахарный диабет второго типа, это, ну, как здравствуйте. И как работает природный механизм защиты от ожирения? Я ем вообще все. И совершенно не толстею. Самая полезная программа. Новые выпуски в субботу в 11:20 на РЕН-ТВ.